Привет-привет! Сегодняшнее видео о создании вот таких елок. Елки во льду. Для таких елочек нам понадобится проволока, похожая на ёршик, синельная проволока, бутылочки пустые, также лак, вернее эпоксидная смола. Вначале берем, смешиваем эпоксидную смолу. Набираем стаканчик смолу, часть А. Тут я набрала 15 мл. И сюда добавляем блестки. Размешиваем деревянной палочкой. Вначале добавляем всякие вот там элементы, там блестки, бусинки, а потом уже добавляем отвердитель, часть Б уже смолы. Потому что если мы добавим в густую, уже в готовую смолу, то у нас будет очень много пузырьков. Вот, размешали. Теперь добавляем отвердитель. Теперь хорошо размешиваем. Также в смолу до добавления отвердителя можно добавить цвет. Заливать бутылочки я планирую в два этапа. В бутылочки хочу добавить какие-то бусинки, стеклярус. И заливаем, пока смола жидкая. Заливать я буду в несколько этапов. Оставляем бутылочки до застывания смолы. Но хочу я поставить эти бутылочки не вот так, прямо на донышке, а чуть-чуть под уклоном, чтобы смола вот так вот застыла. Вот так. Значит, надо что-то придумать, чтобы она, бутылочки лежали вот так. Вот так бутылочки оставляем под уклоном, чтобы смола застыла. Видите, наша смола уже застыла. Теперь будем заливать вторым слоем. Опять добавим какие-то бусинки, блестки. Значит, также берем смолу, разбавляем отвердителем и заливаем в бутылочки. В эту смолу мне еще захотелось добавить краску. В бутылочки я добавила камушки, можно все, что хотите, стеклярус, блестки. Теперь хочу задекорировать край бутылочек блестками. Для этого наношу смолу вот сюда. Вот такой снег у нас появился. А тем временем, пока бутылочки у нас будут сохнуть, я сделаю вот такие елочки из синельной проволоки. Или, как я называю, проволока ёршик. Для этого берем проволоку, сгибаем ее пополам, определяем верхушку и потом формируем крону. Вот так. Я уже делаю по этой елочке, которую я делала. Посередине скручиваем проволоку. Вот что у нас получилось. И так делаем 5 елочек.
Вот наши бутылочки застыли. Они похожи, такие бутылочки со льдом. И вот сюда, в эти бутылочки, мы будем ставить наши елочки. Вот эти елочки. Вот так я планирую. Но перед этим задекорируем бутылочки. Вот эти вот края. Вот наши елки. Как я называю, елочки во льду. Украшу елочки вот такими звездочками и пушистыми игрушками. Вот какие елочки во льду у нас получились. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!